трое погибших. Таков результат ДТП, которое случилось на дороге в Васильевском районе с участием легкового автомобиля и «Газели». Водитель, по вине которого случилась авария, по всей видимости, превысил скоростной режим. Авария произошла на 327-м километре автодороги Харьков-Симферополь 10 августа в 7 часов вечера. Водитель автомобиля «Черри Амулет» ехал со стороны Васильевки в направлении Запорожья. Как говорят очевидцы, скорость, с которой двигалось транспортное средство, была явно превышена. Машина выехала на встречную полосу, где водитель не смог избежать лобового столкновения с автомобилем «Газель». Двое пассажиров в автомобиле «Черри» погибли. Водитель скончался от полученных травм в больнице. Доставать тела, зажатые в смятом автомобиле, пришлось сотрудникам спасательной службы. В лечебное учреждение Васильевского района доставлен водитель автомобиля «Газель», мужчина 84-го года рождения, а также его пассажир, молодой человек 93-го года рождения. На месте ДТП сотрудники госавтоинспекции составили схему аварии, собраны все материалы следствия. Данное происшествие занесено в единый реестр досудебных расследований.